Это поистине уникальное событие для приморской столицы. Более 80 экспонатов, каждый из которых – сокровище. На выставке представлены предметы, которые созданы в придворных мастерских, а также дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России. Некоторые произведения показаны в новом ракурсе, а другие выставляются впервые. В первый раз мы из Кремля привезли сюда выставку. Выставка состоит из экспонатов, которые мы практически никогда не выдаем. Здесь даже есть часть предметов, которые покидают Кремль в первый раз. Знаковый экспонат выставки – ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству Транссибирской железной дороги. Центральным предметом экспозиции является вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского института ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II. Великолепные экспонаты отражают историю формирования территории русского государства от Московского княжества до Российской империи. Нам хотелось именно такую выставку об образовании государства российского сделать здесь, во Владивостоке, поскольку с присоединением к стране Приморского края закончилось формирование России как Российской империи, России как огромной державы. Среди экспонатов – Владимирская икона Божьей Матери, золотая чарка великого князя Василия III с выгравированным на дне гербом, наследием Византии, знамя Ермака Тимофеевича, предметы китайского парадного конного убранства, медали в память о присоединении к России Крыма и Тамани в конце 18 века и многие другие свидетельства истории нашей страны. Показательно, что музей Арсеньева и музей-заповедник «Московский Кремль» подписали договор о 5-летнем сотрудничестве, а значит, Владивосток ждет еще несколько столь же великолепных выставок. И полюбоваться уникальными сокровищами Кремля смогут все жители и гости приморской столицы здесь, на Тихоокеанском побережье страны. Представлением здесь той части национального наследия, которая гораздо старше, чем регион, в котором мы живем, хранится в музеях, которые находятся чрезвычайно далеко от Дальнего Востока, от Владивостока. И без понимания, без доступа к которому полное понимание или полноценное понимание страны вряд ли возможно. Выставка «Карта России. Вехи истории» дает редкую возможность увидеть основные этапы и события сложной многовековой истории страны, отраженные в уникальных экспонатах, символах могущества и славы Отечества, хранившихся в великокняжеских и царских сокровищницах. Выставка будет работать до 11 декабря. Сотрудники музея уже разработали несколько тематических и обзорных экскурсий. И у каждого гостя и жителя Владивостока будет возможность оценить красоту, силу и могущество российской державы, отраженную в сокровищах Кремля. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.